Итак, друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Макс, это канал «Шестеренка», и несколько минут назад закончилась презентация новых дронов от компании DJI. Это DJI Mavic 2 Zoom и DJI Mavic 2 Pro. Давайте сначала разберемся, какие изменения визуально появились в этом дроне, что они добавили, что забрали, а в финале поговорим о самом главном, о камерах. Итак, внешне он, в принципе, практически не изменился. Он стал такой более, наверное, обтекаемый. Размеры остались, насколько я понимаю, те же. Добавились, это самое главное, по сравнению с обычной прошкой, добавились два сенсора сзади, по одному сенсору с каждого бока и, соответственно, один сенсор сверху. Это, естественно, привело функцию Active Tracking на новый уровень, и она стала работать гораздо лучше. Он облетает предметы, он продолжает следить за вами, когда облетает предметы. То есть, насколько они говорят, что технология гораздо круче, чем у Mavic Air. Хотя, на самом деле, в Mavic Air все достаточно классно, только, да, нет по бокам сенсоров. А боковые сенсоры, чем удобно, на мой взгляд, например, когда, допустим, я снимаю те же обзоры, там самокатов или еще чего-то, нужно, чтобы дрон летел сбоку. Соответственно, когда висят ветки деревьев или что-то такое, он у меня бывает такое, что цепляет. Тут этого быть не должно. Пульт изменился, стали прикручиваться стики, остался дисплей, что радует очень многих. На самом деле, я не так часто им пользуюсь, но когда он есть, это хорошо. Моторы стали гораздо тише, как они утверждают, и, соответственно, мощнее, потому что он стал летать со скоростью 72 км в час, а это очень немало. Дальше. Естественно, он стал летать дольше, это 31 минута. Как они говорят, что каждая минута имеет значение, но на самом деле действительно так, это классно, это не может не радовать. DJI открыл еще несколько хороших вещей, но, к сожалению, не в России. Во-первых, это трейд-ин, когда ты отдаешь свой старый, доплачиваешь и покупаешь новый. Во-вторых, это очень крутая штука, мы поговорим чуть дальше, у него будет две камеры, да, и этот сервис помогает вам поменять одну на другую. То есть вы можете, допустим, я не знаю, как там будет это выглядеть, купить обе камеры, либо прийти доплатить, и вам сменят одну на другую, и вы попробуете и то, чтобы не менять полностью дрон. Как они говорят, но это будет, по-моему, в Китае и Америке, так что до нас это вряд ли дойдет, хотя все может быть. Одна из самых крутейших штук. Сигнал стал передаваться на 8 километров с Full HD видео. Ну и на финал, наверное, это самое интересное, что интересует большинство из вас, это камеры. Из-за чего старую прошку и стоит, наверное, поменять на новую. Это две камеры. Единственное, что я точно не могу вам сказать, одна камера Hasselblad, которая находится в Mavic 2 Pro, и вторая это Mavic 2 Zoom. Там не написано ничего, по крайней мере, я не нашел ни на сайте, нигде. Скорее всего, это их разработки камера, потому что там нет никаких логотипов, нет ничего. Возможно, вы уже что-то знаете, обязательно напишите внизу. Мне самому это интересно, потому что попробовать на данный момент нет возможности. А в прошке находится самая обалденная камера от компании Hasselblad. Она имеет CMOS сенсор, 1 дюйм, 20 мегапикселей. Изменяемая диафрагма, как Samsung Galaxy S9. От f2.8 до f11, что позволяет вам сделать потрясающие снимки. Можно снимать 10-битное HDR видео, что просто не может не радовать. Соответственно, в постобработке у вас по сравнению с 8-битным будет гораздо больше возможностей что-то добавить, что-то исправить. Это огромный плюс. Обе камеры снимают, записывают видео в новый кодек ISO от 3200 до 12800 в Mavic 2 Zoom. Камера попроще. Это 12-мегапиксельный сенсор, 1.2
4.3 дюйма. И послушайте, у него есть оптический зум от 24 до 48 миллиметров, что позволяет вам, допустим, ну, как они объясняют, что если вы снимаете там животных или еще что-то, позволяет вам, не подлетая близко, не пугать животное и снять его поближе. К сожалению, HDR и всех приятных фишек от камеры Hasselblad здесь не будет. Но так как появился сервис, который может менять камеры, возможно, в дальнейшем будет это как-то проще, можно будет купить и зум-камеру, и такую, и как-то вставлять, не знаю. Но самим-то вряд ли, но вполне было бы очень неплохо, если бы они это сделали. Но Mavic Pro 2 Zoom может снимать 48-мегапиксельные снимки, вот типа Mavic Air, по-моему, да, у нас снимает так же, то есть он делает там 9 снимков, все это складывает, и уже у вас получается готовый кадр. Давайте сейчас поговорим о фишках, которые вам помогут сделать более профессиональное видео. Итак, добавились две фишки, которые, ну, реально как бы заметны. Это Hyperlapse. Вы можете посмотреть сейчас вот на картинке, как это выглядит. То есть это что-то очень новое для квадрокоптера. Такого лично я еще не видел нигде. И, соответственно, это еще одна фишка, которая работает, к сожалению, только на квадрокоптере DJI Mavic 2 Zoom. Когда квадрокоптер отлетает от вас и в это же время приближает видео. То есть получается такой эффект, вот смотрите, как в фильмах, да, допустим, вы как бы остаетесь на одном месте, а фон сзади вас двигается. Сумасшедший красивый эффект, но, к сожалению, только на квадрокоптере с оптическим зумом это возможно. А теперь самая, наверное, неприятная новость – это ценные. За зум-версию они просят $1250 и за про-версию $1450. С нашим курсом доллара сейчас это не так весело, как было раньше, но, по крайней мере, не такая прям заоблачная цена. Допустим, тот же Samsung Galaxy Note 9 на 512 гигабайт будет стоить те же там 80 с гаком тысяч. Да, и еще, конечно же, я забыл сообщить одну новость. В каждом из дронов будет встроено по 8 гигабайт памяти. Это если вдруг, ну, на тот случай, если вы вдруг забыли вставить карту памяти, у вас все время будет возможность сделать видео. На этом, наверное, все. Обязательно пишите ваши впечатления о данной презентации и что вы думаете о новых дронах. Стоит ли менять Mavic Air или Mavic Pro на данные дроны? И стоит ли переходить с фантомов на данные дроны? Очень интересно ваше мнение. Обязательно пишите внизу, обязательно с вами пообщаюсь. С вами, как всегда, я, Макс, это канал Шестеренка. Всем удачи, всем пока!